хоккеисты «Динамо Алтай» радуются, болельщики ликуют. Это значит, что барнаульская команда вышла вперед, и вечер рабочего дня перестает быть томным. Одна заброшенная шайба в первом периоде и еще одна во втором. Хозяева ведут в счете. Что может быть лучше? Немножко невнятное начало матча. Но затем все-таки ребята вошли в игру. И здорово, что отыгрались с 0-2 и... Пусть по буллитам, но все-таки довели игру до победы. Начали за здравие, закончили ничьей в основное время. «Динамо» упустило свое преимущество. Гости смогли отыграться и сравнять счет, полностью перевернув ход игры. Дальше буллиты, где точнее оказались ребята из Самары. Упустили 2-0, комфортное преимущество. Ну что ж, нужно больше забивать на одну шайбу, либо меньше пропускать. Лотерея сегодня оказалась, к сожалению, на нашей стороне. К слову, это уже не первый матч, где «Динамо Алтай» ведет в счете, но в итоге упускает победу. Печальная закономерность, которую срочно нужно исправлять. И такая возможность у флагмана алтайского хоккея будет уже завтра, 26 октября. На льду «Титов-арены» наши ребята встретятся с казанским «Барсом». Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.